Книга рекордов Гиннесса – ежегодный справочник, в который собирают информацию о необычных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры. Книгу впервые опубликовали в 1955 году по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс». Идея выпускать этот справочник пришла в голову бывшему управляющему, который посчитал, что сборник будет незаменимым компаньоном тех, кто ищет ответы на вопросы разнообразных викторин. В первом издании было всего-навсего 198 страниц. Хотя в то время книги рекордов Гиннесса было еще далеко до славы, она настолько понравилась читателям, что уже через несколько месяцев стала бестселлером в Лондоне. В книге рекордов Гиннесса зарегистрировали самый длинный бросок в баскетбольное кольцо. Джошуа Уолкер из США в течение дня пытался побить целых 5 различных баскетбольных рекордов, одним из которых и стал самый дальний бросок. С расстояния почти в 35 метров ему удалось попасть мячом прямо в кольцо. Первоначально книга рекордов Гиннесса включала проверенные научные факты, но со временем в ней стало появляться все больше странных и экстравагантных достижений. Книга пользуется огромной популярностью. Ее издают более чем в 100 странах мира на 25 языках. 9 ноября 2005 года вышло юбилейное 50-е издание сборника. И в этот же день впервые отметили День книги рекордов Гиннесса. Мировой рекорд по подтягиванию на одной руке принадлежит канадцу Роберту Чиснеллу. Ему удалось подтянуться 22 раза. Запись об этом есть в книге рекордов Гиннесса 1984 года. В 1974 году книга рекордов Гиннесса попала на собственные страницы как самое продаваемое ежегодное издание. Светлана Ернова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.